По статистике, 68% молодежи в Молдове любят ходить на дискотеку. 8% слушают хип-хоп. Йоу, это исключение, которое подтверждает правило. И остаются еще 24% меломанов. Все они хорошо знают, чего хотят, что им нравится и что нет. И никто из этих или этих никогда не позволит решать другим, какую музыку им слушать. Тогда почему на выборы ходят только 28% молодежи? Не позволяй другим решать, какую музыку слушать тебе. 30 ноября. Приди на выборы. Проголосуй. Выбери сам.